Теремок ТВ. Синий трактор представляет. Привет, поливалка. Ты чего это там разглядываешь? Привет, синий трактор. Смотри, здесь какой-то странный след на земле. И правда странно. Кто это мог быть? Трактор, можешь проехать туда-сюда? Посмотрим, может, это твои следы? Да ты там не езди! Ты по мокрой земле проедься! А, ну да, точно! На сухом покрытии следов-то не видно! Посмотри! Не, это не ты, у тебя другие следы. Вот твои передние колеса, а вот задние, елочкой. Да я знаю, что это не я. Я ведь только что приехал и по луже не ездил. Да? А зачем тогда проехал? Ты попросила. А, ну да. А теперь ты давай, а то, может, это твои следы. Не-не-не, не похоже. Это была не ты. Здорово! Че это вы тут разглядываете? О, привет, грузовик. Приветик. Видишь, какой след странный? И это не мой, и не синего трактора. Мы проверили. Так это ж мой. Вон тот слева от обычного колеса, а этот от моей запаски. А ну-ка, проедься. Так я запаску поменял уже. Теперь у меня оба колеса одинаковые. А запаска, вон она, посмотрите. Ну вот, все выяснили. Можно заканчивать расследование. Жаль, мне так понравилось эту тайну разгадывать. Не все завершилось, друзья. Где-то тут на площадке гвоздь. Он-то мне колесо и проколол. Пришлось в шиномонтаж на запаске ехать. Гвоздь? Гвоздь! Ну или шуруп. Ну или еще что-то острое. Колесо можно запросто проколоть. Ой-ой, я боюсь. Как же теперь ездить по нашей площадке? Ну как? Надо найти этот гвоздь. А то еще кто-нибудь колесо проколет. Чур без меня. Я уже прокалывал, мне хватит. Да? А если твои друзья колеса проколют этим гвоздем, ты будешь рад? А я-то тут при чем? Не я же этот гвоздь здесь бросил. Так, я придумал. У меня колеса толстые, протектор высокий. Гвоздь мне не страшен. Вы стойте пока, а я поищу. И долго мы так стоять будем? Ой, пока не найдет. Не вижу никаких гвоздей. Может, его уже кто-то нашел и выбросил? А это легко проверить. Тут всего одна урна. Давайте посмотрим. Так. Ну что там? Нету? Что-то не вижу. Так, а кто это все потом собирать будет? Синий трактор, тебе это сделать проще простого. Скорее всего, гвоздь затоптали в землю. И так просто мы его не найдем. В землю? Но он же может оттуда вылезти. А-а-а! Скажешь, тоже вылезти. Он что тебе, червяк? Как он оттуда вылезет? Не червяк, но вылезти сможет. Дождь пройдет, и он тут как тут. И шинку проколет. Что же делать? Придумал! Ждите меня здесь. Сейчас найдем! Это что такое? А я догадался! Это металлоискатель. А зачем? Ну как, металлоискать? Таким металлоискателем ищут в земле разные металлические предметы.
Смотри! Поняла! Гвоздь из металла, и синий трактор его найдет. Если я этим кольцом наеду на что-то металлическое в земле, то у меня в наушниках запищит. Поехали! Ой! Очень сильно запищало! Но это не гвоздь, это труба под землей. Помните, как я эту трубу однажды буром просверлил? Ха-ха-ха! Да-да, помним. Как это забыть? Ой, в качелях, наверное, что-то металлическое. А вот горка из пластмассы, поэтому металлоискатель не пищит. Нет никакого гвоздя. А ты хорошо в мусоре смотрел? Да он не в мусоре. Он у меня в колесе торчал. Его на шиномонтажке из колеса вытащили и выбросили. О как! Ну ничего себе! А для чего тогда тут синий трактор с металлоискателем ездит? Ну вы не понимаете, что ли? А вдруг здесь еще какие-то гвозди были? Теперь я спокоен за свои колеса! Спасибо тебе, синий трактор! Грузовик, ну ты даешь! Новый друг! Привет, поливалка! Я звонила утром грузовику, и он сказал, что сегодня опоздает. Не очень-то хорошо опаздывать, правда? Но это же грузовик. Мы к этому уже привыкли. Он и вчера опоздал, и позавчера. Не ворчи мотором, синий трактор. Сегодня он мне сказал, что приедет с сюрпризом. Сюрпризом? Ну, тогда я готов ждать сколько угодно. Только недолго. Привет! Заждались? Мы уже поиграли и в догонялки, и в прятки. А тебя все нет и нет. Только сюрприз поможет тебе оправдаться. Вы еще не знаете, но с этой секунды вся ваша жизнь изменится. Грузовик, что это? Опоздал, потому что сдувал воздушные шарики, а потом грузил их в свой кузов, чтобы сюда привезти. Очень странно. Сам ты сдувал. Мне подарили 1 000 000 ни разу не надутых шариков. 1 000 000? Ну ничего себе! А 1 000 000 это очень много? Или не совсем? Ну, если честно, я их не считал. Да и считать я умею только до 20. Не беда. Среди нас есть тот, кто умеет считать до 1 000 000. Начинаем. Малыш, помогай мне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Грузовик. 1 000 000 это много? 9, я знаю только одно. 1 000 000 10, это долго. 11. Постой, синий трактор. Может, хватит уже считать? Я их привез, чтобы мы их вместе надули. Согласна. Чего их считать? Надуем 1 000 000 шариков. Будет очень красиво. Надуем? А это мысль. Так и считать будет легче. Можно я буду надувать зеленые? У меня зеленая кабина, и я люблю этот цвет. Ну тогда я желтые. Хотя зеленые я тоже люблю. У меня кузов зеленый. Вы не оставляете мне выбора? Ну ладно. Как это не оставляем? Тут и красные еще есть, и синие. Ты же сам синий. Надувай синие шарики. Я буду надувать красные, потому что хотел надувать зеленые. Логично.
хлопать. Будет очень смешно. Ой! Ай! Ой! Ух ты! У тебя получилось! Коничива! Это, простите, на каком языке вы сейчас сказали? Меня сделали в Японии, и поэтому я сказал вам «Здравствуйте» на японском. А можно повторить? Коничива! Красивый японский! Коничива! А как тебя зовут? Каток. Просто Каток, а фамилия Асфальтовый. Я потихоньку еду и асфальт укатываю, чтобы он был ровный-ровный. Я очень тяжелый. А вас как зовут? Я Поливалка, а это мои друзья, грузовик и синий трактор. Приятно познакомиться. А можно и мне попробовать шарики полопать? Конечно, мы для этого их и надували. Замечательный у нас товарищ появился. Я думаю, мы с ним подружимся. А ты как думаешь?